Племянник, всем известный вам Алёшка. А это покажет он на меня. Ваш прицепщик, Николай Лопатин. Хороша картинка? Ну и пусть, понятно. Ты что? Надоело мне дядю Ваню обманывать. Слишком хорошо он ко мне относится. Так может пойти все ему рассказать, а? Ну ты смеешься или нет? Ну. Что же делать, а? Что же делать? Идут. Тут мой утопленник. А что это такое? Дверь нараспашку. Окошко открыто. А где же он? Утюг на полу. Похоже на следы поспешного бегства. Горячий. Не понимаю, что здесь у вас происходит. Все в городе у вас перевернулось. Кольку хвалит, Алешку ругает. Ну просто не верю, не такой он парень. Да, по-твоему, выходит так. В деревню у бабки парень был хороший. А здесь прожил у меня год и, значит, свихнулся. Так, что ли? Да вы не обижайтесь, дядя Иван. Ну ведь сами говорите, лоботрясом стал. Лоботрясом. Год прошел, а учиться он так и не поступил. Сам он не знает, чего он хочет. С компанией с какой-то связался. А может, я и сам виноват, знаешь, ну... Но я жалею его. Нет у меня этой... Строгости у меня нет. Сирота ведь он все-таки. Ну вот, вот смотри, вот. Лейка. Видать, опять... Брюки свои парил. Нет, чтобы цветы полить. Сколько раз просил? Ну ладно. На поезд мне пора. Кольку-то я увижу, после училища домой вернется. А вот Алешка... Жаль. Очень жаль. Надо драпать. Зачем драпать? Ведь есть выход. Кончай училище, сменяемся документами, снова все на месте. Я Левшин, ты Лопатин, оба трактористы. Ты что, забыл, что мне 15 лет? Ну, через год. Да чихал какой трактор, без свет в окошке. Нет. У меня свои планы, более возвышенные. Нет, ну ты постой. Ты знаешь, что такое тракторист? Ладно, да? Оратор, пошли, нас Шугай застанет. Пошли скорее. О, наши играют, а? Лопатин! Чё, ну? Давай сюда мяч. Сейчас. Ты что? Держи. Ты что, забыл? Я же Лопатин. Алекс, чё головой крутишь? Казённая? Здорово, старик. Ну ты где был? Тебя все искали. Да я тут... Хорошая компания у твоего дружка. Ты что, тоже с ними водишься, да? Что ты? Ну ладно, пойдем. Наши речников бьют. Правда? Деньги есть? Есть. А зачем? Ну зачем? Пойдем в кабак, врежем по маленькой. Романтика. Кивни мальчишкам. Здравствуйте. Вышепоименованные товарищи направляются по местам жительства в колхозы, командировавшие их в училище. Как это по месту жительства, а? Каждый поедет туда, откуда приехал. По домам поедем, паря. Это как же по домам? Скажи, пожалуйста. А я сейчас объясню.